Помещение в Топочной небольшое, но сегодня ни один дом, ни одна квартира не может обойтись без отдельного счетчика. Необходимое нам оборудование я поищу в интернет-магазине. Захожу в раздел «Бытовая техника и интерьер», нахожу вкладку «Контрольно-измерительные приборы» и уже в ней выбираю счетчики газа. В подразделе «Другие модели» я нашел подходящий нам вариант. Но это еще не все. Ведь пол и стены в Топочной покрыты плиткой, за которой важен грамотный уход. Я нашел отличное средство по уходу за керамикой. И помните главное, покупки в интернете берегут ваши нервы и силы.